estimados amigos rusos, constituye para mí un alto honor participar en la inauguración del monumento al líder histórico de la Revolución Cubana, comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Мы собрались здесь, на площади, носящей имя Фиделя Кастро, чтобы открыть памятник этому выдающемуся государственному деятелю и политическому деятелю, основателю современного кубинского государства. Фидель Кастро всю свою жизнь посвятил беззаветной борьбе за торжество идей добра, мира и справедливости, за свободу угнетенных народов, за достойную жизнь для простых людей и социальное равенство. Он по праву считается одним из самых ярких и харизматичных лидеров бурного, драматичного 20 века, по-настоящему легендарной личностью.